специальное предложение только с сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка. Кстати, 25 июля первый раз появилась эта курточка на нашем телеканале. Она тогда была представлена, Наташа, в трех цветах. В трех. Сегодня гораздо больше оттенков. Представит нам эту фееричную куртку Наташа Скачкова, которая выбирает для себя курточку Инна. Да, с большим успехом и, конечно же, с большим удовольствием я выбираю курточку в розовом цвете. Итак, у нас, Оль, еще есть цвет красный, посмотрите, яркий, насыщенный, жизнерадостный. Красный. Да, это точно, горчичный, девочки, посмотрите. Более спокойный, бежевый или даже, да, бежевый он у нас заявлен. Зеленый новый цвет. Новый цвет, о котором ты, кстати, говорила, да, новый цвет красный. Появился, зеленый, Оль, и, конечно вот же, ой... Фиолетовый. Вот он какой. Давай со всех сторон прям покажу, поверчу, покручу. Вот так вот. И темно-синий цвет. Ребята, это что? Это, конечно, классное приобретение, очень стильное, модное. Слушай, расскажи, пожалуйста, про бренд, который изготовил такое предложение. Оленька, с удовольствием. Бренд Меланика. Смотри, бренд Меланика существует на российском рынке с 2004 года. Девочки, самое интересное, что у этого бренда есть своя дизайн-студия. Это потрясающе. Они разрабатывают, кстати, свои авторские принты. Они работают только с натуральными тканями и, конечно, умопомрачительные модели предлагают для вас. Итак, смотрите, у нас здесь очень модный стиль, дизайн в стиле casual. Это клетка Burberry. Девочки, это так актуально, это так аристократично, это так дорого, это так, конечно же, необычно, потому что все знают всемирно известный, конечно же, бренд Burberry. Ну и хочется напомнить, что креативный директор в настоящее время это Рикардо Тиши. Вот, посмотрите, модные подиумы, показы проходили, стрит-стайл, все одеты именно вот в такую одежду, где мы видим эту модную клетку. Кроме этого, Олечка, здесь абсолютно приятнейший смесовый состав. Это комфортный пан в сочетании с натуральной шерстью. Это ваш комфорт, это ваше тепло, это ваше здоровье. И это палочка-выручалочка на три сезона. Конечно. И это свободный крой, потому что очень важно, чтобы нашим модницам было комфортно. Посмотри на наших красавиц. У нас свободный крой, у нас цельнокроенный рукав, у нас здесь все для того, чтобы вы чувствовали себя великолепно, чтобы вам было удобно, не просто тепло, но и прежде всего комфортно. Это настоящая, как я уже сказала, палочка-выручалочка на три сезона. У нас несколько цветов на выбор, и цена впервые максимально снижена. 2799 рублей. Фиксированная доставка будет действовать на куртку Инна. 199 рублей почти в любой регион России. И скидка 3000 рублей впервые на Shop&Show. Успейте заказать самое выгодное предложение, которое вот сейчас к сезону очень даже актуально. А с размерами поможем, правильно? Конечно, с размерами мы поможем, с удовольствием, Олечка. Но прежде я хочу сказать, что смотрите, у нас здесь дизайн в стиле casual. Что это означает, девочки? Это означает, что вы модная, что вы современная, что вы активная. Это, конечно же, принт в стиле модной клетки Burberry. И, Оль, не могу не вспомнить, ты знаешь, еще в далеком 1924 году основатель бренда Burberry, Томас Burberry, он вдохновлялся английскими аристократическими пледами и создал свой авторский рисунок в клетку, которая называлась Nova Check. Ты знаешь, это было, как правило, четыре цвета: белый, черный, красный и бежевый. Девочки, это невероятно стильно, это дорого. И эта куртка Инна, да, которая является еще и кардиганом, и, посмотри, жакетом, может стать именно вашей. И опять же мы видим модные тренды. Очень много этой клетки сейчас было представлено на модных показах в Нью-Йорке, Милане и Париже. Ну, задайте себе вопрос: вы хотите быть стильной? Вы хотите быть молодой? Вы хотите быть в тренде? Ну, ответ очевиден. Да, говорит страна. Тогда выбирайте для себя стильные вещи. Если вы сейчас полистаете глянцевые журналы, вы увидите там клетку. Вы увидите похожие вот такие вещи, которые так и хочется заполучить свой весенний новый гардероб. Заказывайте именно сегодня, потому что сегодня действует самая выгодная цена. 2799 рублей. Яркие цвета, их множество для разнообразного вашего гардероба. И носочки в подарок. Если вы закажете сразу две вещи из прямого эфира, вы получите три пары носков в подарок. Ну а с чем сочетать такую курточку, давайте научимся у Наташи. Олечка, это не просто курточка, это еще и кардиган, это еще и трикотажный жакет. Посмотрите, наша Анечка, красавица-модель в 52
втором размере сочетает кардиган с юбкой Vivienne, вернее, с брючками Vivienne, прошу прощения, и водолазка Шанталь. Кстати, это мой сегодняшний тоже выбор, девочки. Я выбираю тоже водолазку Шанталь и джинсы. У нас Танюша, посмотрите, она выбирает тоже этот кардиган-куртку с джинсами насыщенного синего цвета. Посмотрите, как стильно смотрится, и при этом добавляет свой образ еще стильным аксессуаром в виде сумочки. Mm-hmm. Оль, и к твоему платью кардиган в зеленом цвете тоже будет идеальным дополнением, дополнительным таким украшением твоего образа. Пойдем сейчас вот покажем нашим телезрителям, из чего связан наш кардиган, куртка, потому что это очень важно, потому что у меня есть один кардиган, который я в прошлом году в парк надела на прогулку, и я поняла, что я замерзла. Давай. Ну, вроде бы он такой достаточно плотно был связан, но все равно было прохладно. Скажи, не будем ли мы замерзать в этой куртке? Посмотри, какая красота. Я хотела бы напомнить нашим модницам, здесь 20% в шерсти, натуральной шерсти и 80% пана. Смотри, это смесовый материал. Натуральная шерсть, она, конечно, колется и дает усадку после многочисленных стирок. Посмотрите, а шерсть плюс пан – это мягкость, это ваше тепло, это воздухопроницаемость, это, кстати, хорошая степень гигроскопичности. И, кстати, пан с шерстью – почти не мнущийся материал. Оля, не линяет, не садится. Кстати, мягкая, приятная на ощупь материя, волокна, которые, конечно же, будут нас радовать все, кстати, 4 сезона. Скажи, пожалуйста, как правильно ухаживать за шерстью? Спасибо, кстати, большое за вопрос. Смотри, это не просто шерсть, это смесовый материал с паном. Мы застегиваем изделие наизнанку, выворачиваем, конечно же, это очень важно, и стираем при 30 градусах. Кстати, сушить лучше на горизонтальной поверхности. Только представьте, к вам будет прикасаться шерсть. Очень нежная и приятная, не такая, которую мы привыкли на себя ощущать, колючая. Здесь особенный коктейльный состав, который будет очень приятен по тактильным ощущениям, и самое главное, это забота о вашем здоровье. Только посмотрите, какая стильная куртка и очень тепленькая за 2799 рублей. Несколько цветов на выбор. Выбирайте свой оттенок и звоните как можно скорее. Звонок бесплатный, оплата при получении. И пусть это будет ваша первая покупка. Стильная покупка на Shop & Show.